Посол Персии! Сир, позволите мне, Ваше Величество, представить его превосходительство Зусима Бахтияри Бея, князя Каджарского, чрезвычайного посла, высокопросвещенного Надиршаха при дворе Вашего Величества. Ваше превосходительство, мы, король Людовик, рады вас приветствовать при нашем дворе в Версале. Сколько у него титулов у этого перса? Что ты здесь делаешь, Баркароль? Я твой ангел-хранитель. Превосходно, экселленс. Мы не имели удовольствия понять все тонкости вашей речи, однако не видим необходимости дожидаться перевода, ибо уже по интонации становится очевидным благорасположение к нам Надиршаха, вашего короля.